получилось тогда. Вот сейчас в борьбе удар по воротам. Это первый такой акцентированный выстрел. Минский футболист и размашисто атакует уже на правом фланге мяч. Сазанович отыграл на Ситко. Ситко по всему фронту действует. Удар. Еще один. Пинело, наверное, в ушах у голкипера гродненского клуба. Васильевич сейчас просит помощи медицинской. Готов. Близнюк на штрафную площадь. Васильевичек. Сегодня это такой же пирс мы не видим. Горбач с мячом. Можно пробить удар. Ковалев в игре. Молодец. На дальней бровке поле лежит футболист гродненского клуба. Но гомельчане продолжают свою атаку. Савастьянов с мячом оставляет на Янченко. Янченко, очень классная передача. Вот это был момент. Может быть, стоило и пробить самому.